Ну что, ребята, время перерыва, поэтому все поднимаемся. Сейчас вижу, что все-таки не все встали, допиваем чай, кофе и все-таки поднимаемся. И сейчас мы сделаем небольшую зарядку для того, чтобы как-то оживиться, прийти в себя после нудного вебчика, давайте, да, признаемся себе. И первое упражнение называется «Красивые глазки». Итак, встаем, глаза перед собой, смотрим на меня, я смотрю на вас. И начинаем по очереди вращать глазами влево, наверх, вправо и вниз. Еще раз. Влево, наверх, вправо, вниз. Теперь давайте соединим эти четыре движения. У вас получится вот такой круг. Повторяем за маэстро. И делаем так еще пять раз. Поехали вместе со мной. Есть. Молодцы. Теперь будем приступать ко второму упражнению. Наклоны головы. Наклоняем голову вперед, назад, влево, вправо. Еще раз, ребят. Вперед, назад, влево, вправо. Повторите еще три раза. Поехали. Вперед, назад, влево, вправо. Разминаем шею. Вперед, назад, влево, вправо. И последний. Вперед, назад, влево, вправо. Ну что, молодцы, сейчас будет следующее упражнение. Мы будем тянуться за нашей соточкой. Итак, руки перед собой. Вытягиваем. И разминаем кисти. Кисти и пальцы рук. Начинаем тянуться за соткой. И делаем так на протяжении примерно 15 секунд. Если вы много писали, то сейчас самое время отдохнуть. Разминаем и тянемся, тянемся. Представьте, что вы хотите взять эти 100 баллов по всем предметам. Считаем. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! А теперь будет следующее упражнение. Мы уже немного, да, размяли глаза, шею, руки. И теперь пришло время поработать с телом. И следующее упражнение будет называться «Ильгюн». Внимание! Короче, ноги расставили, не знаю, как там физруки говорят. И начинаем вертеть тазом. Сначала вертим вперед. 10 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, и еще 2, 9, 10. Поехали в другую сторону 10 раз. 9, 8. Я, наверное, неправильно делаю, но пофиг, это же упражнение. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Ну, а теперь очень нелогично, но это же русский язык, мы переходим к упражнениям, да, потренируем наши, как это сказать, бока, короче, чтобы они пришли в норму и чтобы вы выровнялись. Итак, руку поднимаем вверх, противоположную руку, да, на поясе и делаем наклоны по 5 раз в каждую сторону. Поехали. Сначала, ну, получается, у меня лево. 5, 4, 3, 2, 1. В другую сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Так, ребята, ну что, а теперь переходим к следующему упражнению. Оно такое общее, функциональное и называется «Гуляка». Итак, включите музыку погромче и расслабьтесь. Поехали. 3, 2, 1.
Делаем, пока не устанем, пока мы не почувствуем расслабление во всех мышцах. Чувствуйте, как кровь приливает к голове. Чувствуйте, как вы перерождаетесь после упражнения гуляка и уже готовы забирать сотки на ЕГЭ по русскому и по другим предметам тоже. Пять, четыре, три, два, один. Закончили. Ну и, наконец, упражнение для самых-самых напряженных ребят, для самых депрессивных ребят. Если вам не помогло ни одно из этих упражнений, давайте перейдем к финальному упражнению, которое называется «Дровосек» или «Железный человек». Ребят, для того, чтобы ощутить расслабление во всем теле, как мы знаем, нужно очень сильно напрячься. И вот сейчас, пожалуйста, выплесните все то напряжение, которое накопилось в вас за год. Вот прямо сейчас, как это сделать? Встаем просто, да, смотрим прямо и зажимаем кулаки, и вместе с кулаками зажимаем все свое тело, напрягаем его вот насколько вы можете. И держим тело так, ну, в течение 5 секунд, а лучше даже подольше. Итак, я сейчас постараюсь очень сильно напрячься. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Напрягаемся. Очень сильно. Вот будто вы ходите в туалет, только в 10 раз больше напрягитесь. Так, считаем. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И резко расслабляйтесь. Вот просто почувствуйте кайф. Почувствуйте, да, как тело пошло просто волнами, расслабилось. И я уверена, что хотя бы, да, на 10 минут, на полчаса, на час вас отпустило, вы уже переживаете не так сильно. Повторяйте это упражнение регулярно. И даже можно его повторить прямо перед экзаменом, даже на экзамене, сидя в аудитории. И я уверяю, проверено на личном опыте, вас отпустят, и вы успокоитесь, разум придет в норму, и вы будете готовы писать дальше. Ну что, отдохнули? Теперь самое время попить чай, кофе, водичку, и мы в скором времени будем возвращаться к нашим занятиям. Всех жду!